Итак, привет, дружище. Да, я знаю, вышло на Тайване обновление. Да, я знаю, должен был записать видео. Но я не скажу, что мне пофиг, да. И ну просто как бы и не особо много желания было. И во-вторых, мучился целый день с глазом. Правым. Правым вот этим вот глазом, не знаю, он у вас. А, он у вас тоже справа. Короче, не понимаю, что происходит. Давно начал меня мой глаз вот мучить. Особенно по утрам болеть. И, ну, знаете, ощущение, как будто туда что-то вовнутрь попало. И, короче, глаз, грубо говоря, слезится. Вот. И сегодня что-то мне было. Сегодня что-то какое-то обострение было, грубо говоря, не до видосов. Завтра, конечно, попробую попасть к врачу, но там, знаете, это там сходи к семейному, отсиди там очередь, потом сходи к глазному, а он сегодня не принимает. Вот это вот все говно. Ну, посмотрим, потому что сегодня что-то меня вымораживает даже за рулем, когда с утра вез ребенка в садик. Ну, реально, у тебя весь глаз слезится, течет красный. Ты вот так как-то едешь. Потому, ребзя, если кто сталкивался с такой херней, отпишите в комментариях вообще, что это такое. Вот. И как с этим бороться. Вот. Ну, как бы, давайте все побудем диванными аналитиками, врачами, то есть, и я с удовольствием почитаю, ребзя, ваши, ой, бля, комментарии. Просто интересно, может, как бы, если к врачу не попаду, может, там, может, поможете, да, может, у кого такое было, может, кто-то как-то с этой проблемой справлялся. Но вот реально, как будто что-то вовнутрь попало. Ладно, не суть. Короче, на обновление посрать. У нас сегодня пельмень. Ставь свой княжеский лайк, подписывайся на канал. И когда посмотришь это видео, приходи на стрим ПРП. Там посидим, пообщаемся. Не знаю, что сегодня буду делать. Вот, сами, наверное, на стриме определимся. Ладно, не суть. Но надеюсь, в любом случае будет весело. Ой. Что у нас получается? У нас получается, что я вообще хотел сегодня делать? Давайте уже возьмем и долбанем Некроса. Прокачаем Некроса. Я уже даже не помню, что он из себя представляет по умению, потому что как бы мой мозг начал всю ненужную информацию убирать из головы. И как бы ну, давно уже этот герой, по сути, не актуален, да, для прокачанных аккаунтов. И как бы я не помню, что он делает. Давайте почитаем. Снимает положительные эффекты, наносит урон, равный 420% от атаки, плюс 40 тысяч фиксированного урона. На фиксированный урон не действует процентное снижение урона. Всем врагам в области герой восполняет здоровье в размере 30% от нанесенных навыка урона. Окей. На 3,5 секунды герой имеет иммунитет к оглушению, страху, эффектам, снижающим энергию и атакам. Кулдаун 5 секунд, быстрое восстановление энергии. Вот, я не знаю, ну как бы с талантом, да, пока коробки не хочу тратить, пускай накопится уже там каких-то героев, тогда эти коробки потратим. Пока что будет бегать вот с таким вот талантом, просвет, вот что у нас по эмблемам вообще есть? По эмблемам, ну как бы не, ну по идее, да, можем поставить, не знаю, водушку, но нам опять же его нужно взять и прокачать на 72 уровень просвещения. А это, как вы понимаете, проблема, в особенности, если учесть тот факт, что у меня закончилась мана, и это грустно. Это грустно. А, вот, тут все сделал. Кстати, да, вот битва гильдии. Я просто балдею, худею. Хотя, если бы я на самом деле худел, было бы классно. Вот какого хера? Смотри, битва гильдии. Я понимаю, уже кто-то писал в комментариях, вот хватит во время видео всех исключать, приходится перематывать. Ну, друзья, ну, возьмите и перемотайте, вот, хотите, не перематывайте. Ну, как бы, ну, просто вот другому, вот просто, вот, типа, зачем вступать в гильдию, а? Зачем вступать в нашу сильную бездонатную гильдию? Там, где мы стараемся стараться, а? Стараться. Ты стараешься стараться, а? Или ты не стараешься стараться? Так, ладно, давай, короче, пожалею тех, у кого 1000 очков, но я думаю, что со следующей битвы гильдии буду исключать. Буду исключать, у кого меньше 1000, ну, потому что, ну, камон, это сколько там надо было слиться, или как там нужно было не стараться, чтобы такой результат получить? Да, при том, что, как бы, сила больше, чем у меня. Вот, потому, сейчас, так, Клауса из Фитфке
пожалеем. Исключаю Трахую, исключаю Анубис Тварь и Альнетист, да? Трахую Анубис Тварь и Альнетист. 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 Так, управление. Трахую Анубис Тварь и Эльнетист. Так. Трахую. Ну, если не я кикну, сейчас по-быстрому не найду, то кикнут ребята, вице-лидера. Трахую. Так, свален, трос, ромашка. А, вот оно без тварь. До свидания. Дальше. Трахую и альнетиста. Трахую. Трахаю. А, вот, точнее, сейчас мой глаз меня трахает. Вот, но тем не менее. Ребят, жду вас сегодня на стриме. Не знаю, может быть, стрим будет веселый, может быть, он будет грустный. Но в любом случае, если даже он будет скучный, как бы это значит, что у меня появится возможность с вами пообщаться, поотвечать на какие-то ваши вопросы. Но, конечно, стрим будет не посвящен битве гильдии, ну, битве замков, да, потому как бы желательно, конечно, вопросики задавать именно по теме. Слушай, у меня 1200 самоцветов. А, блин, я хотел ему сделать первую эволюцию. Интересно, сколько там надо было золота, чтобы ему сделать первую эволюцию? Ну, давай попробуем. Усовершенствовать. Да, нам же по сути. Нам, ну, сейчас... Давай. Просто сейчас ресурсы нафиг. Так. И как бы... Окей. Сейчас, ребята, все и узнаем. Быстро золото набиваем. Вот у меня, знаете, проблема. На мышке, короче, колесико нормально не работает. У меня вообще все ломается в последнее время. У меня, сука, Айкос сломался. Мышка классная, но колесико не работает нормально, да? То есть не приближает, не отдаляет. И в Блюстаке вот можно на кнопки забиндить. Приближение и отдаление тоже перестало работать. Как, ребята, жить, я вообще не в курсе, если честно. Потому вот реально приходится мне вот так вот крутиться. Что у нас тут? Ну, давай, не знаю, посмотрим. Если, конечно, героев сейчас будут убивать, то видео мы это... Вот просто... Вот стрёмно. У меня самоцветов нету их поднимать. Потому если я сейчас потрачу, ну, самоцветы на оживление, то как бы все. Ну, если у меня героев убьют, то как бы до свидания. До свидули, попадули, как бы. Видео-то и закончится, типа. Саша хотел прокачать героя, но как бы к успеху шел, но что-то не получилось, да, понимаете? Эти слезы, с твоего глаза текут, прям вымораживает, ладно. Вот. Дальше, что у нас получается? Так, сколько там мы тут самоцветов заработали? Какие самоцветы? Золото мы получили. Так, ну тут герои нормально просто Анубисом наказываются по полной программе. Вот, прокачаем некроса, он мне пригодится, наверное, я думаю, для древних испытаний, что самое главное, для подземелий. Так, давай. Сегодня, может быть, пройдем подземки. Не знаю, ну, в любом случае, где-то будем тестить, на что-то будем смотреть, как, что там получится. Так, давай. Все, мы тут взяли. Давай дальше идем, не останавливаемся. Так, слабый, по 120 тысяч. Окей. Сюда одну тыкву. Ну, и вот так вот можно сделать. Пускай разгоняются, всех ушатывают, бегут, и будет счастье. Будет, ребята, хорошо. Так, ну и что там? Ерунда осталась. Давай золото добивайте. Хач, нормально. Все, идем дальше. Уже миллион нафармили. Уже, ребята, миллион нафармили. Я не знаю, я даже это перематывать не буду. Я хочу посмотреть, чтобы вы видели, как я мучаюсь. Я же знаю, там по ту сторону экрана. По ту сторону экрана. Много садистов. О, слушай, здесь вроде бы халява. Давай вот так вот. И вот так вот. Разгоню. Давай, лупи всех.
смерть, главное, второй эволюции. Вот это прикол. Ну, один раз включился Анубис, и все пошли спать. Это прям хорошо. Тыква, что там? Тыква, давай, да разгоняй всех. Вот, тыква сейчас будет полчаса всех догонять. Это грустно. Это печально. Ну да ладно, как говорится. Ничего страшного. А, ну все, золото все забрали. Потому сколько у нас? 2260, да? У нас хранилище золота. Так, давай. Оп-оп. Оп-оп. Что-то Блюстак подводит. Может быть, тогда, не знаю, для битвы замков Нокс скачаю. Как раз там для стримов еще что-то. Кстати, посмотрим, как там работает Нокс. Так. Может, там можно. Может, там будет что-то приближаться, отдаляться. Вот тут, смотри, я вот мышкой кручу, и вот что у меня происходит. Короче, грусть, печаль, тоска. Так, ребята, походил я в рейды. Уж извините, без вас. Я думаю, что вы и так уже достаточно наперематывали видео. Что ж тут поделаешь? Так, давай. Летим. Улучшаем, делаем, оп, все по красоте. Давай, золотые книжки пошли в ход. У нас уже, по сути, первая эволюция, и нам не хватает 2 миллионов. И это, грубо говоря, мне снова идти и фармить это все дело в рейд. Глаз, сука, все течет, ай, вымораживает. Бля, лол, вы посмотрите, какой мне чувак попался. 2 миллиона, почти 3 миллиона золота. Герои стоят Влад Дракула, Бог Грома, Капитан Дрейк. Новый этот, ну, короче, сами видите кто. Ну, слушайте, может быть халява, давайте попробуем. И друид, главное. Странно, что еще друид не второй эволюции. Вот этого вот сюда. Ой-ой-ой, убьют нахер, сука. Надо было оживлялку. Давай, держитесь там. Держитесь, елки-палки. Ну все, они вроде зацепились, разогнались. Ну, на тыкву все равно самоцветы придется тратиться. Но смотри, я в одном рейде сразу всех укокошу. Капитан Дрейк, твою ж дивизию, давай уже быстрее его вырубайте, пока он вас не вырубил. Вторая эволюция. Да, у него хп много. А урона я ему наношу мало. Так. Ну, остальных, с остальными все, справились, все нормально. А если бы я еще взял бы, к примеру, магию на броню, ну, то есть не броню, а на бессмертие или на щит, короче, и поставил бы, то так бы и тыкву не потеряли бы. Ну, кто ж знал. Смотри, бац, и один рейд, и все заполнилось. Причем, реально, чувак, походу, играя в эту игру, только здание прокачивает. Это у него там здание чуть ли на максимум прокачано. Ну вот, а герои стоят, блин, Влад Дракула со второй эволюции, очень странно. Я бы подумал, что это старый аккаунт, но там же новый этот эпик. Так, ладно. Что у нас получается? У нас получается усовершенствовать нашего друга и улучшить ему навык. Да, до 180 уровня. Он у нас и так десятка. По рунам, что я могу сделать? Ну, нам надо 71 уровень. Не знаю, давай попробуем. Все, я не могу. У меня уже не хватает нервов. Из глаза течет вода. Точнее, не знаю, что-то там течет. Все, задолбало. Понимаешь, задолбало. Не поставлю я сюда никакую эмблему, потому что я не докачал до 71 уровня просвета. Хотя, опять же, уже 65, но что-то меня фармит. Я понял, что это видео просто никогда не выпущу. Слушай, а может, я его даже и сегодня не успею выпустить? Твою же дивизию. Ёб твою дивизию. Ладно, давай. Что я вообще хотел? Качнули. Мы его качнули, друзья. Это означает, у меня 97 самоцветов есть, это означает, что, ага, это знаешь, что означает? Это означает, что это лох. Так, подожди, сюда заходим, отсюда его убираем, не знаю, ставим вот так вот и все. Ой, так, давай ставим вместо тыквы. А, хотя мы, если мы в подземке хотим идти, то давай тогда лучше, не знаю, поставим место.
О, бесплатная попытка, и нам ничего не падает. Поставим тогда вместо седная. Так, жестокое. Посмотрим, что у нас изменится в жестоком подземелье. Тут у нас даже что-то не получалось, да? Давай попробуй им танковать. Даже без магии, без ничего. Они его, смотри, сейчас вырубят. Ну, хотя у него талант... Ой, тыкву вырубили. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Ай, не могу. Ладно, подожди, короче. С подземкой... Все, я сегодня просто не в состоянии, видать. Окей. Окей, давай древние испытания. А, пустая команда. Так, давай сейчас команду наберем. Куда уж нам тут без команды? Тебе надо было... Вот, давай такой командой, пофигу. Хотя нет, не пофигу, понимаешь? Не пофигу. Потому что в эпик я тут назасовывал героев, которые... в эпика, которые я могу вообще использовать. Берем вот Бога Грома лучше поставим, не знаю, ниндзя поставим. Не вообще похеру. Кстати, я забыл сделать аугментацию. Это тоже очень важно, потому мы заходим в снаряжение. Блин, ёпер. Как поскорее бы закончить это видео? Не могу. Ничего не вижу правым глазом. Вот так вот. Вот так вот буду сидеть, короче. Вот так вот буду сидеть. Давай. Ну а что остается? Давай. Вот так вот будем сидеть. Так, обмен. Давай. Ой, не-не-не-не-не. Ты что? Покупаем 10. Чуть все кулачки не профукал, прикиньте. Так. Давай 20, ладно. Так, купили. Купили, я сказал. Окей, аугментировать. Давай, полетели. Созвездие. Ну, созвездие тут даже ударить не могу. Вот за ордена тут. И вот за вот эту вот штуку давай. Ну, что-то выбили. И тут тоже поменяем. Коробочки есть. Давай, разочек. Ой, блин. Ну, вот именно нужно выпасть вот такой вот ерунде, да? А, ну давай там пильерами закидаем. Нахер летающего противника. Давай, хранитель леса. Давай, о, давай пока так вообще. А плевать нам. Так, вырастить, вот, поставить. Все, все, ребята, мы готовы. А мы идем в древние испытания. Ну, у нас, конечно, ничего не получится. Хотя, опять же, с последнего раза, да, у нас там эволюции, наверное, появились на героях. А, нет, я еще не создал команду до конца. Теперь я могу еще сюда деда всунуть. А, ну, в принципе, как бы и все. Ну, давай Купидона. Все, команда. Да команда! Так, а с кем у нас тут проблемы возникали? А непонятно, с кем у нас тут проблемы возникали. Вроде тут даже никого не вижу. Ладно, давай им танчим и всех выпускаем. Посмотрим, что из этого получится. Слушай, ну хорошо он долбит. Хорошо он долбит для... скажем так, нашего левела. Некроз тут наносит урончик, наносит, пригодится нам. Дай мне бы еще какие-то капли для глаз, тоже пригодились бы. Окей, так, есть, идем дальше. 9-е испытание. Я, кстати, не помню, что я в прошлый раз застопорился, но тут тоже должно быть легко, по идее, ребзя. Тут тоже должно быть все легко. А, мы даже тут можем ускориться. А, ну это вообще замечательно. Прошли. Давай, зеленую фракцию побьем, не побьем. Давай, вот так вот, оп, выкидываем всех и ускоряемся. Смотрим, что из этого получится. А у нас тут начали героев вырубать. Ну ничего, тыква поднялась. Все, всех ушатали. Нормально, давай, 11-е. То же самое берем тут, высаживаемся. Ну, как говорится, до первого огнекрыла. О, а кто это нас так вырубил? А, ну мы все равно справились. Слушай, некроз, конечно, тема, да. Для начальных аккаунтов прям самое то. Так, еще нигде огнекрыл не появился, ладно. Давай высаживаемся. Ускоряемся. И что-то как-то у нас тут грусть какая-то пошла. Ой, жестокая грусть. Ой-о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 й
12-е. Ну, нам как бы надо фракцию вообще поставить. Мы-то без фракции идем. Зеленую кто? Красные бьют, да? То есть, ну давай берем. Кого тут? О, все, красная есть. Давай посмотрим, поможет это нам или не поможет. Да, вот здесь вот высадимся. Вот, собрали красную фракцию. Ну, что-то. Ну, хотя тыква живет. Жила. Пока. Ну, вроде герои жили, а теперь как бы и не живут. Получилось, конечно же, хорошо. Хотя, смотри, Анубис. А, я хотел похвалить Анубис, то, что он живой. А вот, тут же Огнекрыл. Вон оно что. Ну, давай. Давай сюда. Да ёб твою мать, он еще быстрее всех вырубает. Твою дивизию. Ясно. Давай, не знаю. С этой стороны выпустим всех. Да, силёнок нам немножко на самом деле не хватает. Немножечко. Так бы рубанули бы всех. Да, и тыква. Тыква бы еще эволюцию, чтобы жила подольше. Огник стоит, мы его, конечно, долбим, а хули толку. Фрэнки остался. Да не кросс. Кого тут? Тессу убить не можем. Ёпту. Все, всех расшатали. Ладно, ребят, короче, пойду я мучиться со своим глазом. Жду на стриме, надеюсь, его запущу. Кто посмотрел это видео, огромнейшее спасибо. Еще раз извиняюсь, что выпускаю его очень поздно. Пока.